Hey everyone, and I'm yes, перестрелка бабочек в районе живота. Мы бы были вместе, но песня не та. Не та тональность, не те слова. А может, ты не та. What should I say? I really like travel by train because I like to sleep in train. I'm in Moscow again. Any comments? You know, I like dogs more than cats. No comments. Okay, I see. Tsuya. Okay, you first. Давай. Сейчас. Сейчас ты получишь, блин, ха-ха-ха. Тут сидишь. We are at the Moscow Zoo. Лебеди. Golden Eagles. It's Red Panda. Они смотрят прям сюда. О май гад. Мама. Я тоже. Это самое страшное. Клюв, короче, идет птица вот эта. Идет. И ты клюв в стекло. На! Вообще! О, там еще жираф. Нет, вам комментарий.
комментарии. Комментарии какие-то будут. У меня слишком много комментариев, которые я даже не могу сказать, потому что... Никому не доверяете в природе. Это ужасно. Я даже никого не снимала, потому что было страшно. Если что, мы ходили на пауков там всяких. На море. Ладно, на самом деле мы, короче, пошли погулять. О, это красиво. Мы пришли на какой-то водоем. Вот, пойдем на дискотеку туда. Вот туда. Закрыто. Пойдем. Не дают нам повеселиться. Нет людей. Цветочки. Ладно, сейчас не видно, поближе подойдем. Ну, вот народу вообще можно сказать 0%. Ну, ладно, я здесь первый раз, она говорит, что 2%, а это все равно очень-очень мало. Сейчас вам покажу фонтан. А вот и фонтан. Не стояли. Ой, вообще никого нет почти. Ну, дождь. И тут нет денег. И мы идем по воде. Вау, круто. Здравствуйте, можно тоже, пожалуйста, вафлю? Какие топпинги у вас есть? А, давайте карамельные. Катя. Вы будете покупать чай без чая? Считаю хорошее вложение. Где вы что-то купите? Спасибо большое. Как? Вкусно? Да, блин, прикольно. Сначала, типа, казалось, ну, обычно, а потом нормально прям. В общем, вафлями мы не насытились, мы еще съели chicken and chips и вода. И вода, точнее. Вот. Но Олесе видно мало. Нам ушла еще замороженным. Вообще очень красиво. Блин, зонтик. Очень красиво. А, кстати, дождика почти нет. Атмосфера, правда, какая-то новогодняя больше, мне кажется. Но... Ой, смотрите, там красиво, там корабли. Третьяковская галерея, в которую мы не пойдем. А мы сейчас... Мы сейчас в парк-музеон. Я что-то... Тут всякие разные странные статуи. Но я как бы не знаю, что тут смотреть. Хотя это я сюда ее притащила. Дама узкая. Столб информационный. Знаете, выглядит так, как будто сделали очень много памятников, но их некуда расставить. Их типа просто в кучу собрали. В одно место, да. Ну, как я понимаю, это все какие-то сказки. Вроде. Или нет?
вообще как-то немного, скажи, немного подробно, да. Ночью еще. Ой, блин. Смотри, вот впереди. С крестом. О, пушки. Ну, короче... Жутковато. Мы просто такие идем. Элис такая, ты слышишь? Я подумала, что это стройка идет. Но нет. Стройка, да. Что сказать? Погода сегодня супер. Мама собирает соки. Мы немножко обошли с другой стороны. Скажите, это шедеврально. И немножко вайба Москвы. И немножко наша вайба. Короче, сейчас мы должны встретиться с моей онлайн-подружкой. Я буду снимать все на видео. Не видно. Как-то волнительно. И мне почему-то. Хотя она ее даже не знает. Армения. Мы в Армении, ребята! Ура! Давай. Офигеть, офигеть! Кто не понял, это колоссальный титан, это Эрон. Ну, короче, спасибо! Такие типа художник. Вау, прикольно! Все довольны. Спасибо. Квадратные деревья. Ничего необычного. Знаете, я тоже чувствую, как я шлепаю внутри с водой. Ну, она вообще в конюк, я проболчу. Едем в Беларусь. Опа! Пуск! Нажала? Все системы готовы. Три. Залетаю. Ура, моя ракета взлетела. Поздравляю, миссия выполнена. Поехали. Так, хочу. Эй, я тоже хочу тыкать. Тыкай.
Допустим. Что это? Что-то обеспечить. Я выбрала. Можем ли обеспечить качественное образование для всех? Да. Правительства стран мира осознают важность образования, а технологический прогресс помогает им в их усилиях. Коммуникацию. Так, IT-навыки. Эмоциональный интеллект. Нет, стоп, подожди. Эмоциональный интеллект и, например, дизайн. Поехали. Кто я? Эксперт в области дизайна. Ну, ладно. Все, Найс, у нас все заросло. Поздравляем. Вы нашли правильный баланс. А пустыня не может привести к перемещению 50 миллионов человек в течение следующих 10 лет. Выберите решение. Сбор дождевой воды, восстановление лесных массивов, посадка на лесную. Так, что вы думаете? Я думаю, восстановление лесных массивов. Давайте. Я верю в вас. Нет, какая разница-то? Все, процесс обработки сделан. Походу, пошло очищение. Видите, загорелось. И больше... Все. Обработано, наверное. Стоит, он заказывает. О, заказал уже. Распаковка стакана за 1 рубль. Сделай вид, что ты первый раз видишь, хорошо? Вау! Обалдеть! Вика, Вик, смотри, какой стакан! Она не знает, она, короче, не знает, что такое уходит за рукой. Что это такое? Вы чё, люди? Вы чё, там лазер какой-то есть? Подожди, ты знаешь, какая у нас тут влага? Ну, хоть она ты не знаешь? А, типа. Но утка озера Рыжьё, это популярно. Она показывает, что утка озера Рыжьё, это Рыжьё, это озеро. Как это? Утка поплывает озеро, ну так же привычнее. Рыжьё тонет в озере, а пистолет убивает. А если... Ты ржёшь? Я? Я вообще сижу с таким лицом. О, папе. На мой взгляд. Это стакан. Он стеклянный. Вот и сейчас пусть в это на ВДНХ, но только теперь уже по важному поводу.
москвариуме. Походу, о, там еще тренажерный зал. Что-то я вообще не поняла, что здесь это делает. В общем, мы ехали на метро в 1:15 где-то. Потом, причем мы не смогли сесть на ту станцию, куда нам нужно было, потому что она закрыта или там на ремонте. Ну, короче, неизвестно. Нам пришлось по-другому ехать. Потом, всё, когда мы приехали, нужно идти, короче, сюда нужно было идти около 30 минут, но около 40, вот так. 30 минут. Вот мы идем, она уже изнывает. Я уже с ума схожу. Мы купили сказку, покажи, билетик, ой, не билетик, а с... короче, браслет. Мы вот сейчас туда пойдем. Господи, вторая разминочка 2.0. Потом мы пойдем на красное, а потом мы пойдем на зеленое. Сейчас я вам покажу. Ни хрена не видно, короче, на вот эту, а потом на зеленую вон туда. Сейчас будем вот на вот вон, как они. Ну, кстати, быстрая очередь. Нет, это было супер круто, мне очень понравилось. Мне вообще было не страшно. Кстати, я бы еще больше затянула, типа я чувствую, как будто меня вперед вот так толкало. А, нашли нормально? Да. Ну, что сказать? Да, какие твои мучи? Еще раз, пожалуйста. Ноги трясутся и хорошие эмоции. Мы, короче, были на 360 градусов, там так крутиться. Ты сначала раскачиваешься, 4 раза. А потом 4 раза крутишься и опять вот так качаешь. Мы, короче, сидели на самом краю, типа мы выше всех поднимались, ну, когда раскачивались. Вот. И я, короче, максимально вот таким лицом сидела. Да, а я такая... Она сидит, ржет и спрашивает, ты живая? А я, да. Я почему-то словила максимальное спокойствие. Я говорю, я самый страшный прошла в самом начале. Это лабиринт страха, там, где даже не было ничего страшного для детей. В общем, мы туда сейчас пойдем. Короче, все, сходили мы на вот эту
поднималку. И начался дождь, меня немножко качало. Мне вообще очень понравилось, особенно вот вниз лететь. Я наоборот думала, что я испугаюсь. Ну, типа там высота всякая такая, вон она. Вот, ну было вообще супер круто. Но начинается дождик, прям крупными каплями. А мы, короче, сейчас пойдем на штуку вот рядом, которая была с 360 градусов. Эта штука крутится. Там, где мы сидим, тоже крутится. И мы крутимся вот так, и плюсом еще вот так. В общем, мне реально плевать захотелось, но это было круто. Ты не понимаешь? Плевать хочется. Жестко. Приглашение очень заманчивое. И мы туда пойдем. Нет, я вот точно уже не пойду. Нет. Я после лабиринта, я тебе говорю, я не пойду. Я после лабиринта, когда уже вышла, я там даже ничего не смотрела, там даже скримеров не было. Ну, точнее, людей не было. Вот, смотри, в гроб можно лечь. Смотри, можно в гроб, можно в гроб. Она меня затащила в итоге в этот дом. Мы там сходили, было почти не страшно. Мы даже, ну, опять фонарик сразу включили. Ну, как без фонарика, блин? Нам такие просто говорят, актеров нет, так же мы. Там, по-моему, сейчас кто-то вылезет. Ой, он двигается. Динозавр четвертый, по-моему, по счету. Трицератопс. Ой. Змея. Игуанод. Он двигается. А еще вон какая птица огромная. Да. Ой, мы в ленточном лабиринте. Так, осторожно. Олеся проводник. Нет. Стена, я врезалась. Что такая музыка напряженная вообще? Да. Мы с ним soulmate, you know? А это его soulmate. Ну. Вот тут. Так, это дом ежика, дом совуни. Так, Апатыч, боже, он такой милый. Познакомьтесь, Нюша. Ну, или если we will talk about Kikoriki, it's Rosa. And it's her house. Вот этой штуки катались, она крутится, и крутится как 360 вот так, и еще вот так, короче, поняли. Discovery, yeah. Вот, и мне очень понравилось, и как, но иногда было страшно, вот, короче, как вон та штука, только еще вокруг себя крутишься. Короче, покатались мы на всем, что можно было, ну, кроме вот этих американских горок, потому что Олесе уже плохо. Вот. Мне сейчас очень плохо, меня в конце чуть не стошнило, я уже прям вот так держала. Мы сейчас будем смотреть, правда, разные. Я вас почти не вижу. Я хочу ударить! Я ударила! Короче... Нам подарили шарики. Меня даже VR... Это вообще круто. Короче, мы вообще в 3D лабиринте. Вам ничего не видно? Ой, точнее, нам ничего не видно. А вам тоже ничего не видно. Мы зашли в зеленый парк. Конечно, где Олеся там? Идем туда же. Кролики. Thank you.
Я сюда хочу залезть. Что надо это? Фонарик. Фонарик даже есть, прикинь. Домик гномиков. Вот мы и пойдем. Пожалуйста, закройте дверь. Ничего необычного. Это дом вверх дном. Переверни вот его. Трэш, как они вот это вот все прикрутили сюда? О, пылесос. Open. Так. О, даже еда есть. Опа, гусь. Эмочи. Привет. Привет. Не знаю, я боюсь. Кого? Трубить? Да. Чего? Не знаю. Это дикобраз. Вообще опасно находиться здесь. Ну, он спит пока. Он не спит вообще-то, он просто отдыхает. Прикапывай. Привет! 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 Ты как? Все фонари сегодня убью. Альпаки! Привет! Hello. Катались. Я не вижу, видно? Вот на ней мне прям очень херово стало. Короче, очень прикольно, мне все очень понравилось. Сейчас мы на колесо обозрения пойдем, так сказать, завершающее, и поедем кушать, потому что мы специально, ну, поели утром и больше не кушали, потому что, ну, хотя все равно получилось так, что плохо, но оно того стоило. Оно того стоило, да. Ой, тут холодно. Прохладно. Кошка, откройте, чтобы такую воду. Спасибо. Выберемся. Вот это я на колесе обозрения. Там, значит, сказка. Там вот у нас Олеся. Здесь у нас шарики. Лежу, чилю. Да, как бы безлимит позволяет. Почему все фотографируются сидя? Ну, короче, мы на Red Square. Видно? Ой, видно. Я уже сидя сфоткалась. No comments. Мне, так сказать, по традиции надо то же самое место посетить, поэтому... Блин, не увеличивается сейчас. Красная площадь, дом один. Ну и, конечно, Прадо. Посмотрите, туда арбузы с дынями положили. What is it? I'm shocked. Мороженое в стаканчике. Смотрите, как красиво. Идешь в цветах. Почти. Большой театр. А мы идем, короче, искать остановку. В 2018 году к нам приезжала корейская бойс-бэнд Stray Kids, когда они еще были не так известны.
А вот, и они подкрылись на остановке на одной, и мы хотим найти эту остановку и тоже сфоткаться. И там надо вечером, чтобы было видно. Ну, чтобы... Просто они фотографировались вечером, и получить полностью повторить фотографии не получится. Ну, просто сам факт. Короче, мы пришли на эту остановку. Вот здесь вот магазин. Вот эта остановка. Мы нашли! Сейчас идем в кафе Моргенштерна. Какое? Мы не идем, а мимо пройдем. Нет, мы вообще идем в магазин, чтобы найти напиток с Эроном. Да. С Эроном, да. Да, самое главное, да. Короче, зашли поесть в Чика. Ну, не туда, куда хотела я. Потому что там много народу, а здесь нет. Что вам показать? Покажи, кто сзади тебя. Вот. Покажи, кто сзади тебя. Сзади. Минхо. Вот второе блюдо. Я забыла вам показать карточки. В Чика же дают карточки. В общем, я взяла со Stray. А может, это утром лучше показать? Ну да ладно. Что хотела сказать? Вот это был крайний день. Завтра я уже уезжаю домой. Поэтому мы никуда не пойдем, только в магазин за едой, чтобы мне в поезде поесть. Вот. Что хочу вам сказать. I recommend visit Moscow because it's very beautiful and interesting, and yes, so on, you know, it just... Я уже дома, но карточки же нужно показать, так что, of course, Stray Kids. Attack on Titan, Эрон, Истинная красота, и мой любименький Лидо Нук, это Девятихвост и Лис. Все. А теперь пока! Или как? Bye!